Каркерозе завершается строительство еще одного дома для переселенцев из аварийного жилья. Проектом предусмотрен небольшой микрорайон из типовых многоэтажек. Одну сдали в прошлом году, всего планируют построить 3 кирпичных многоквартирных дома. Переселять сюда будут людей со всего района, чье жилье признано аварийным. Они строятся с благоустройством, то есть там и асфальтовые дорожки, стоянка для машин, и главное, есть какие-то детские оборудования, детские площадки, где можно выйти и маме с ребенком побыть во дворе, погулять, покататься на качельке. Я думаю, это очень правильно. То есть это уже не надо отдельно искать деньги, где-то благоустраивать территорию и благоустраивать вот именно данный двор. Только за первый этап программы переселения из ветхого и аварийного жилья в Каркерозском районе ввели в эксплуатацию 46 многоквартирных домов. Благодаря программе построено свыше 370 квартир для 615 человек. До 2024 года жильцы еще 32 ветхих домов справят новоселье.